По поводу отмены гонок и проведения УТС в Благовещенске мы обратились за комментариями к старшему тренеру команды ЦТВС имени Кадырова, к Раису Петровичу Мустафину. Раис Петрович, что вы можете сказать о проведении учебно-тренировочных сборов, а также что у вас есть по поводу первого дня соревнований и по поводу отмены второго этапа? По поводу проведения учебно-тренировочных сборов могу сказать, что сборы были запланированы с 12 по 21 ноября. Но в связи с погодными условиями на лед мы выехали 16 ноября в первый раз. Состоялось 6 тренировок полноценных, как сказать. Но здесь еще помимо гонщиков сборная команда России были гонщики, участники командного чемпионата Суперлиги и местные гонщики. Так что количество гонщиков во время тренировок превышало, вместо 17 гонщиков на лед выезжало около 30 человек. Поэтому качество льда оставляло желать лучшего, и поэтому организаторам не всегда удавалось подготовить лед к следующему дню тренировок. Поэтому был свободный день, четверг, перед Суперлигой. Лед подготовили, состоялась официальная тренировка. И первый день лед был достаточно удовлетворительный. Поэтому соревнования состоялись, ни у кого не было никаких претензий, вопросов. Гонщики все проехали. Ну, были, конечно, там и волны. В связи с этим были падения гонщиков. Это Данил Иванов, очень гонщик, скажем, опытный. Для него и редкое исключение, когда он гонщик сам по себе совершал падение. Также упал Сергей Караченцев, тоже это следствие ям, трамплина, наверное, скорее всего, потому что было на той стороне, на противоположной, тоже было совершено падение. Что касается падения Игоря Конного, здесь тактическая ошибка у Игоря Конного. Он просто, как у нас говорят, в спорте попал в детский мат. Это он передним колесом врезается в заднее крыло гонщика. И поэтому произошло падение. Но ограждение не спасли Игоря. И он вылетел с трека и ударился. Соломенные тюки разлетелись там. Они не такие плотные, легкие, набитые вручную. И они просто как пушинки разлетелись, и он головой врезался в бетонную стену. У него произошел. Вследствие этого падения его шлем лопнул пополам. Он получил тяжелое сотрясение головного мозга. Потому что когда подошел к нему, он вообще не понимал, где находится. Неадекватно был. Я сам через это проходил, знаю, что это такое. Ударится в бетонную стену, допустим, это не всегда приятно. То есть количество и качество ограждений, защитных матов, да, оно не соответствовало. На все наши замечания по ходу учебно-тренировочных сборов к организаторам все было нам обещано. Обещано, что будут достойные ограждения, но этого не случилось. И вот есть определенные нормы правил по трекам, видам, гонкам. Есть какая должна быть высота первого вала, расстояние между первым и вторым валом. Этого ничего не было. Заградительной сетки также не было, которые правила сейчас на всех стадионах, где проводятся соревнования российского международного уровня, на территории России, не везде эти сетки установлены. Это прежде всего, чтобы мотоцикл в случае падения, он может на такой скорости вылететь и до зрителей долететь, чтобы не поранить, не нанести серьезных увечий для зрителей. Вот эти правила были рекомендованы, чтобы сетки были установлены. Я не знаю, по каким причинам Дмитрий Холовов этот момент упустил. Поэтому, но я уже повторяю, что на всех треках в России, помимо Благовещенска, везде эти сетки установлены. То есть по существу получается, что по причине несоблюдения безопасности гонки было проводить нельзя. Да, безопасности и трека, и я уже
повторяю, что качество льда — это неспроста. Гонщики, представители команд приняли решение, что это очень опасно. Сезон только начинается, и получить травму — у всех задачи, у всех контракты у гонщиков, и возможно получить очень серьезные травмы. И для них, для гонщиков, это только начало сезона. И не каждый, каждый руководитель принял решение команды, что гонщикам выезд небезопасен. Это с этим вопросом понятно. А, значит, теперь вопрос по УТС. То есть, в принципе, УТС, сами тренировочные сборы прошли нормально. И не было только возможности специализацию осуществить. Прошли нормально. Что же запланировано было организаторами посещения бассейнов, тренажерного зала, теннисного корта, бассейна, все в полном объеме. Мы на всех этих мероприятиях принимали активное участие, занимались, в том числе проводил я эти занятия, и были тренера, вот, допустим, на судостроительном заводе. Там, с первого дня мы волейбол, там преподаватель у них, тренер, активно нам он помогал, с нами занимался, разминочку делал, все. Второе занятие у нас было тренажерный зал и теннисный корт. Это прямо находится на стадионе «Амур». В среду ребята ездили в бассейн, в четверг у нас было тоже занятие в спортзале судостроительного завода. Там уже были у нас тоже разминочные упражнения и подвижные игры, в том числе мы играли в футбол, даже у нас снимали на телевидении, это есть в интернете. Поэтому то, что было запланировано, посещение спортивных сооружений, залов, кортов, бассейнов, все это было проведено в полном объеме. Ну, конечно, когда уже лед нарастили, в пятницу, 16 числа, у нас оставалось всего лишь 6 дней, и мы уже никуда не отвлекались, только выезжали на лед и подготовка техники. Потому что времени после первой тренировки уже начались. И у всех мотоциклы они готовят с лета. И новые новшества вводят, там на резину обкатываются, двигателя доводят. Поэтому у всех работы, сразу работа появилась. Только первый раз мы выехали на лед. И поэтому 6 дней мы отдали полностью специализации тренировку по льду. И подвести итог, значит, ваше мнение, то есть в результате чего, каких недоработок, последствий чего был отменен второй этап Суперлиги? Мое мнение, что халатно отнеслись работники стадиона, я не знаю, это от кого зависит, от руководителя этого комплекса стадиона или самих рабочих, мы не проследили, потому что соревнование такого уровня должно быть под контролем. Но мы когда приехали на стадион, уже 12 часов этого 25 ноября, было видно, что ко льду приступили, подготовки ко льду, наверное, скорее всего, утром, может, проспали, может, что-то, по каким причинам. Не было техники ледоструга. На худой конец грейдер мог справиться с этими функциями, надо было вот эти неровности все срезать. И было бы проще подготовить лед, и эти волны убрать, эти колеи убрать. Но этого ничего не было. Поэтому гонщики с надеждой ждали, что, может быть, к 2 часам все это исправят, но этого ничего не было сделано. И выйдя на построение, пройдя круг и посмотрев ледяной трек, они приняли решение, что на таком льду соревнования такого уровня проводить нельзя. И поэтому ставка здесь у всех стоит очень высокая. Всех принято, я говорю, уже обязательства команд. От этих бюджет команд зависит. Они берут обязательства перед своими министерствами. Поэтому даже говорить, что там можно ездить тихо, не полная сила, но
Никто этого не сделал бы. И если бы дали бы старт, то не избежать нам серьезных травм и увечий. Поэтому самое главное, что самая главная причина — не был подготовлен трек и безопасность трека. А как вот, то есть гонка была назначена на 2 часа, до этого гонка состоялась, была гонка вечерняя. То есть была такая возможность вообще передвинуть время гонки, устранить эти недостатки? Это все было в руках главного судьи и комиссара. Предложение не поступало от них: давайте проведем на вечернее время. Конечно, гонщики бы переоделись бы, подождали бы эти 4 часа. За это время погода стояла приличная, там минус, днем там минус 15, наверное, был. За это время могли подготовить, найти и грейдер, и все. Ну, просто так получилось, что никто этого не предложил. И, конечно, гонщикам сказали бы так, что вот будет давать на 6 часов. Тем более у нас вылет был в понедельник, где-то 10:30 днем самолет. Поэтому можно было на вечернюю гонку с таким же успехом провести, как первый день. Понятно. Ну, то есть были и возможности для устранения недостатков, но ими просто никто не воспользовался. Да.